Game over. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, я продолжаю гамуськи в пятницу 13-е. Что ж, я сделал небольшой перерыв и решил попробовать, вдруг мне повезет, и на этот раз я все-таки смогу сыграть за Джейсона. Кто его знает? Надежда, по крайней мере, всегда умирает последней. Так, ну сейчас посмотрим, что кого почем. Так, ну вот что-то есть. Кому-то я подгружаюсь. Окей. То есть рандом, да, я не могу тут выбрать. Так. Нифига себе, иероглифы. Это мощно. Однако. Наконец-то, я уж думал, они не сообразят, кем лучше быть. Чувствую, меня опять быстро завалят, ребят. Вообще, не, походу, мне не будет вести. Я еще мало чего знаю об этой игре. Надо побольше изучить, посмотреть. Хотя, с другой стороны, изучая все методом научного дыга, гораздо интереснее. Потому что, если я прочитаю, мне уже будет неинтересно. А так, есть все шансы что-нибудь такое эдакое надыбать. Ждем игроков. Лично. Ну вот и начало. Фух. Сейчас я узнаю, кем я буду. Момент истины. Опять парнишку. Бедолага. Не везет ему. Это всяко не я. У меня не такой скин. Значит, я обычный человек, да. I gotta find the others. Такс. Тик-тик-тик. Что у нас тут есть? Мачете или что это? Шмонать можно, ничего нет. Что? Кастрюлька. Нет, лучше мачете взять. Хотя труба тоже хороша. Такс. О, шкафчик можно спрятаться, ништяк. Задержать дыхание, чтоб меня не услышали. Опачки. Значит, он где-то рядом. Блин. Интересно, интересно. Да, дышка потом зверская. Мне кажется, меня опять прибьют из-за того, что я прячусь. Я в прошлый раз тоже пытался запрятаться. Так, сейчас посмотрим. Ну же, давай что-нибудь, произойди уже. Я верю в тебя. С одной стороны, если бы я дверь закрыл, то это стопудово бы вызвало подозрение, что здесь кто-то есть из живых. Там, кстати, вот ключ какой-то был. Может, этот ключ от какой-нибудь лодки или еще от чего. Интересный варик. Так. Вроде пока тихо. Даже никого через голосовой чат не слышно. Кто-то рядом хрустел ветками. Или мне уже кажется. Типа просидеть 5 минут. Интересно. Носки разбросаны, нифига себе огромные какие. Экс. Опачки. Означает ли это то, что убийца совсем рядом? Обалдеть. Даже не знаю. С одной стороны, можно было бы
пойти поисследовать, но, блин, я боюсь, что меня убьют просто сразу, моментально. И не останется от меня ничегошеньки. Однако. Поэтому, блин, даже не знаю. Странно, что никто в этот домик еще до сих пор не зашел. Очень странно. Ну ладно, подождем. Так. Ого, нет, я еще пока никого не убил, я смотрю, все живы. Интересно. Очень даже таки интересно. Музыка такая мощная, но реально я не вижу, чтобы кого-то убивали. Может быть, Джейсон пацифист? Так. А вроде тихо. Интересно, интересно. В прошлый раз я помню, когда играл, очень быстро произошли убийства. И меня быстро завалили, и других чипов. К сожалению, не видно таймера, сколько осталось. Я бы с радостью посмотрел, сколько мне тут еще куковать. Сколько мне смотреть в эту дырочку. Музыка такая мощная. Однако. О, господи. Реально музыка прям колбасит, а я ничего не вижу. А? Черт. Блин. Что, кого-то убили? Нет? Да вроде нет. Да, я так и просижу здесь до конца. Не выходя никуда. Однако. Ёксель-моксель. Один убежал, вышел из игры, не выдержал. Ага, действительно можно убежать. Окей. Тикс. Блин, да почему никого не убивают? Мне же хочется выйти и что-то поделать. Побегать, что ли? Даже если меня прибьют. О, ключи есть. Секунду. Чего это ключи? Интересно. Сейчас раз, отсюда Джейсон зайдет. Специально на этом моменте он выжидал. Да я открою тут что-либо. Такс. Ладно, в топку все. То я реально тут просижу до ночи. Такс. Ну-ка, надо посмотреть, что в соседних есть домах. Так, закрыть я не смогу его. Ничего нет. Есть капкан. Ой, не то нажал.
Я заберу его. Капкан — это вещь полезная. Так. Ключи от машины я нашел, получается. Расчехлим их. Ключи от тачки. Мачете. Хм. О! Через окошко можно влезти. Офигеть. Окей. Ой! Опачки. Чего это такое происходит? Я залез, а здесь месиво. Походу приманили Джейсона. Блин, почему я не могу через эти штучки перепрыгивать? Чё за фигня? А вон и Джейсон. Ё-моё. Ё, чувак, я здесь. Ой, а чё-то я ничего не вижу. Чё за фигня? Чувак валяется. С чем-то. Чё, они его пытаются ударить? Ай-яй-яй-яй! Чё происходит? Я не вижу ничего. Ой. Чё, он сдох, нет? Бежим отсюда. Аккумулятор нужен. Аккумулятор, аккумулятор. Как карты нету? Блин, что происходит? Где карта? Блин, он идет сюда. Черт! Нет? Нет? Паш, беги! Блин. Я не знаю, смогу ли я помочь. Ай! Зря я решил помочь. Это было зря. You want some more? Ржака, блин. О, ё-моё. Так, интересно. Что это там, наш гаечный ключ? Она умерла? Да ладно. Оу, что это? Пути-пути, кто это? I gotta find the others. Окей. А как так получилось, что я стал этим чуваком? Ну ладно. Я не против. Посмотрим, что тут есть у нас. Странно, они еще живы? Подох, получается, только я. Так, ключи, кстати, у моего трупа должны быть. Так, аккумулятор бы найти. Здесь, по-моему, уже все прошмонали, что можно прошмонать. Так, да. Здесь уже ничего нет. Здесь попытались вломиться. Тоже пусто, ничего ценного. Интересно. Так, уберем эту штуку. Интересно, интересно. Так, это тачка. Я как раз, кстати, около нее где-то и сдох здесь. Можно ключи, кстати, дернуть в нее. Знаешь, что ключи были в моем трупе.
fuck, who is that? My god, I can't look. Странно, я думал, они будут здесь. Ой, ё-моё, что там происходит? Ё-моё! Yeah. Он маленечко поваляется, это хорошо. Так, не к добру это все. Это все не к добру. Как он это делает? Почему камера портится в эти моменты? Куда ключи делись, которые у меня были? И теперь которых, естественно, нет. Ё-моё. Я уже в замешательстве. Так. Посмотрим. Если тут что полезное. Так, здесь кто-то искал, не искал. Тут ничего. Конечный ключ. А это спрятаться под шконкой. Интересный вариант. Да. Ну-ка, здесь что? Ничего. О, спрей есть какой-то. Это чтобы подхилиться. Окей, хорошо. Мачете брошено. А лучше мачете возьму. Текс. Куда там дальше-то? Машина. Бена нет. Ключи есть? А, ключей нет. Бен нужен. Понятно. Ага, можно зайти. Так, некоторые просто вышли. Не выдержали накала страстей. Закрыто. Труба. Ничегошеньки ценного тут. Особо-то и нет. Тикс. Ладно, пойдем дальше. Блин, странно, почему с трупов иногда не всегда можно ключи поднять. Или, кстати, может, кто-то поднял мои ключи и использовал их. Вариант, кстати. Поэтому, наверное, я их там и не обнаружил. Просто на эту машину потратили. Вот в чем дело. Так, территория тут, конечно, ограничена. С собой не побегаешь. Найти бы Бен, можно было бы уехать. Текс. Ничего особенного я такого здесь не нашел. Пойдем дальше. Водичку. Странно, но я лодки не вижу.
Неужели ее уже кто-то угнал? Скрылись на ней. Мы остались. Похоже. Да уж. Воу-воу, потише гром, не шуми. Акс. Окей. Как говорится, трус не играет в хоккей. Ай, что за лаги? What the fuck? Это очень плохо. Это очень и очень плохо. Нет, блять, интернет пропал. Ёперный театр, видимо, из-за грозы. Возможно. Возможно, нет. Попробуем вернуться. Хотя навряд ли. Да, видимо, шандец. Все. Из-за грозы на улице интернета отрубили. Печалька. Я даже не успел войти во вкус. Ну да ладно. Ой, что ж, придется прерваться. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока.